Всем привет! Пришло письмо с интернет-аукциона «Мешок». У этого продавца заказываю первый раз, ведя его в Мурманскую область. Ссылку на него оставлю. Сейчас посмотреть, как упаковано. Все ли прислал то, что я заказывал. Ну, как по отзывам, вроде продавец неплохой, но отзывы не всегда корректно отображают истинное дело. Еще все запаковал в газету. Так. Упаковки пока претензий нету. Доставка у него недорогая, меньше 100 рублей. Вот и получается объединяет он все. Потому что некоторые продавцы сейчас завышают стоимость доставки. Встречал я такие, что заказное письмо, типа они там первым классом, а на самом деле отправляют простым. Что-то так все склеено, что даже не понять. Отправляют простым письмом. И еще берут за это рублей 200. Такое чувство, что это все склеено как-то. Да, все упаковано. И вот так вот красиво сложено. Чтобы на почте не придрались. Потому что, в принципе, не должно быть вложений никаких, кроме бумажных, в письме. Но это я заказывал у продавца. Американские монеты, 25 центов, национальные парки. По-моему, все парки здесь и есть. Ну, упаковано хорошо. Все должны быть новые, цена от 35 до 45 рублей. Это, по-моему, год у меня 15 и 16 я брал. Продавца много, по-моему, торгов у него нету, просто фиксированная цена. Да, это 15-й год. И, по-моему, долларовые тоже я брал. Вот эти, наверное, долларовые, индианка. Да, 1 доллар. Это работники или как-то, как он называется, правильно, небоскреб они здесь типа строят. По-моему, 15-й год и 14-й год заказывал. Все новенькое, как положено, как и заказывал. Мне осталось из этих парков, остался, по-моему, первый, 11-й год, по-моему, или 12-й осталось купить. А уже штаты и территории я хочу купить отдельным лотом, видел. Меньше 2000 стоит, 56 монет. Купить сразу. Все это, да, 13-й год и 14-й, наверное. Просто так получилось, что эти я уже покупал монеты. И мне невыгодно было покупать уже полным набором. А так набором намного дешевле, потому что, например, вот эти монеты 11-го, там, 12-го года стоит уже по многих продавцов по 60 рублей. Это достаточно большая сумма, если все вместе взять. Ну, наверное, все хорошо, если что, в комментариях напишу. Ну, как по количеству, да, совпадает по количеству монет. Монеты красивые. Вот эти есть и в профи, но они достаточно дорогие. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.